Опа, а где награды? Да. Чего нет, что? Награды все поубирали. Да. А, нет, три оставили. Четыре даже. Пять. Да. Награды убрали. Поставили решетки армированные эти, двери. Односторонняя связь с населением. Все, не пускают больше. Вот зачем им двери с кнопками. О, а что, вот кнопки сломались? Ну, типа того. А деньги они не боятся получать? Законный способ отъема у населения денег. Пойдем. Че ты? Давайте разбираться. Вот у меня много вопросов. Да не волнуйтесь, я не украду. Я хочу ознакомиться. Вот эта роспись, это Русина? Вот эта вот закорючка меня не устраивает. Он не умеет писать свою фамилию? Что есть, что есть. Начальник юродела, не знаю, что такое подпись. Договор не заполнен. А где роспись директора на каждой странице? Почему не прошита тогда? Ни ИНН, ни УГРН. А где его паспортные данные? ООО не может подписать договор. Как я могу убедиться, что это именно он? Нету подписи. То есть я тоже могу факсимиль поставить? А где копия протокола общего собрания? Вот это? Приложение номер 2. Где оно? Количество листов не совпадает. Это требование закона. А где решение собственника? Покажите. А они ничего пояснить не могут. Отказывайтесь. Но они ничего не пояснить не могут. Не получится? А почему вы, собственно, ручно свои фамилии не пишете? Вот этот разговор. А в письменном виде они ничего не направили. Без вариантов. А у вас мой телефон что, в черный список занесен? Че, ждем Русина? Тогда к директору. Принять вас не сможем. До свидания. Ну, хорошо, что хоть не это, рукоприкладством не занимаетесь. Ну, я могу, если хотите. Можете? Конечно. Это угроза? Вынужден, потому что Русин что-то рукоприкладством занимается. Руки я не распускал, называется. Даже сегодня мне ногу прищемил двери. Больно было? Что-то у вас директор сегодня агрессивный какой-то. Какой уж есть. Конечно, есть. Силовым методом решить вопрос. То есть это управляющая компания в кавычках. Мне не выдали надлежащим образом заверенные все. Ну, что поделаешь, видишь, отказываются. По макулатуру сунет, и я должен это все принимать. Они не хотят ни документы давать, ничего. Так, хорошо, у меня вопрос. Вот они тебе выкатили эти документы, и что дальше? Ты получил эти документы или отказался их взять? Не, они сказали сначала распишись, я говорю, нет, давайте это, ознакомьте. Они меня ознакомили. Я полистал, полистал, не скреплено, печати нет, копия верна нету. Сплошные закорючки, ГК 19 не соблюдается. Все им это рассказал, они... И выяснилось, что они на договоре стоит не рукописная закорючка этого Русина, а факсимильная. Я говорю, ничего. Понятно. Я говорю, а где, чем это регламентировалось? С самим договором. Я говорю, так он еще не подписан. Ну, короче, вообще бред полнейший несли. На 5 видеокамер нет, снимали. Это не бред. Это, значит, еще раз, здесь, Антон, нужно четко понимать. Они хотят получать денежные средства, но они не хотят нести ответственность за, скажем так, неисполнение обязательств. И вот они все от себя отгребают. Да, даже, да, даже, вот это... даже секретари, которые приняли там бумаги у женщины, они не захотели даже закорючку, не должность, вообще ничего не поставили. Да, да, да. Они чувствуют, что вокруг них сжимается кольцо, а значит, и не принимают. Но вопрос в следующем. Раз они это не делают, значит, собственно говоря, тебе есть, у тебя появляется право не платить. И у всех собственников, ну, более-менее разумных, появляется право не платить по этим обязательствам. В связи с тем, ну, у тебя самозащита права, они не предоставляют тебе документы. Отсутствие документов, ну, извините, не хотите заключать договор, без разницы, я действую в защиту своих интересов. Заключайте со мной договор, получите деньги. Не заключите, не получите. Документы представляете удостоверение, равную силу с вашими документами. Либо признавайте, что у вас нету таких документов. Вот и все, будем разбираться, почему у вас нету документов, почему происходит именно так, а не иначе. Почему в обход закона-то действует? Хочешь порадую? Да. А Матюшенко видели вскользь. Ну, правда, это. Если бы я знал, что он там, я бы его, конечно, это индивидуально с ним поздоровался. Но вскользь он попал на видео. Короче, он сидит теперь на первом этаже, хотя все юристы на втором. Я не знаю, почему его на первый этаж передвинули. Но он там сидит один, и это. Судя по папкам в кабинете, это архив какой-то. Ну ладно, это может быть его отправили в ссылку какую-то, это вопрос другой, десятый. А еще они забаррикадировались, они бронированные двери поставили с армированными стеклами, то есть к директору и в юродел просто так не попадешь. А, ну да, это они специально сделали, они чувствуют, что в ближайшее время на них
может быть совершен наезд. Скажи, ничего, скажи. Займутся, причем не наши городские, другие тобой займутся этим. Как он его? Вот когда придут сереньки, другие, там и будешь дверями хлопать, ушами хлопать, и чем только невозможно хлопать. А те-то другие будут разбираться с тобой, по-другому разговаривать. Ты на граждан, ты можешь кидаться, а там получишь то, что заслужил по полной программе. Вы бы масочку одели, господа, масочный режим никто не отменял. Вы бы масочку одели, господа, масочный режим никто не отменял. А замдиректора маску-то надел. Идем? Поехали. Здравствуйте, а где у вас 124-й кабинет? На втором этаже? Здесь, на первом. Здравствуйте. Здравствуйте. А где 124 кабинет? Не подскажете? Вам в другую сторону, в другое крыло. Ага. Здравствуйте. Я бы хотел получить подписанный договор директора и заверенные это решение собственников. Какой договор? Договор? Да. Ну, между жильцом и управляющей компанией. А вы якобы управляющий. Якобы управляющий. Насколько мне известно, да. В смысле, как известно? У вас есть на руках экземпляр договора управления? Нету. Тогда как вы говорите, что обращались? Вы не поняли. Я его и хочу получить. Вы писали нам заявление? Да. Так, скажите адрес и фамилию. Проспект Комсомольский, 21. Квартира 16. Вспомнили? Я не вспомнила, я просто поняла, кто вы же не говорите, что вообще, может, вы просто хотите. Фамилия персоны Булгаков. Ну, я поняла, что это вы. Так, здесь фамилия у вас всегда так. Так, дайте посмотреть, что вы мне даете. Я вам дам два договора согласно приложению и два протокола, которые... Ну, я уже вижу, что оформлено ненадлежащим образом. Так, вы будете брать? А? Вы мне распишитесь просто в получении письма, я вам отдам. Будете... Так, я хочу... Да не волнуйтесь, я не украду. Я хочу ознакомиться, посмотреть за это. За что расписываться? Вы расписываетесь за получение письма. Так я сначала должен получить, потом расписаться. Логично? Нет. Сначала вы должны расписаться, я вам отдам. А, то есть сначала я пишу, что я получил, а потом да. Только получаю? Получил письмо. Ну, это же нелогично. Почему? Нелогично. Ну-ка. Сначала получаю, потом расписываю. Ну, на почту вы приходите, да? Вы же сначала расписываетесь в бумаге. Я там вообще не расписываюсь. Мне так выдают. А, ну, вообще должны расписываться. Да? Не знаю, как вам выдают. Ну, не знаю. Подписи, а мы не можем без подписи. У нас должно подтверждение остаться. Дайте посмотреть, пожалуйста. Ну, посмотрите. Благодарствую. Так, это что? Вот это роспись, это Русина? Да. Вы сами видели, как он поставил? Нет, у нас процедура другая. Мы отдаем руководителю на подпись, секретарь ему относит почту, потом к нам возвращается. Угу. А этот... вы в курсе статья 19 ГК РФ, что подпись является собственноручно написанной фамилией? Вот эта вот закорючка меня не устраивает. Ну, другой у него нет. Да? Да, ну все так. Он не умеет писать свою фамилию? Ну, что есть, что есть. Могу вам только это отдать. Вот что мне вернулось в руководитель, я вам отдаю. То же самое. Ушакова. Начальник юротдела. Не знаю, что это подпись. Где фамилия?
ну, что вы есть, скажите. Она где сидит, в каком кабинете? Стоит, видите, на штампе стоит фамилия Ушакова. Да как, штамп это штамп. Я вам говорю про законодательство, про нормы закона. Так, Ушакова сейчас скажет, какой стоит. Есть ли договор не заполнен. Это у нас собственники сами заполняют договор. Серьезно? Да. То есть инициатор это собственник заключения да. договора? У нас стороны равнозначны в договоре. Равнозначны? Конечно. Ну а почему тогда? Вот. Номер заполнили, дату заполнили, а все остальное нет. Где равнозначность? Ну мы же не знаем, когда вот какую дату ставить, мы же не знаем, когда вы ее подпишете, поэтому мы не можем заранее поставить. Почему страница не заверена никем? Потому что это оригинал. В смысле оригинал? А где роспись директора на каждой странице? У нас договор на каждой странице роспись не заверяется. Да? А это почему не прошито тогда? Не скреплено нитками? Это разве обязательно? Ну, то, по идее, можно заменить любую страницу. Переписать условия и заменить. Потом как в суде сравнивать? У кого оригинал, а у кого это? Ну, у нас текст договора размещен на бирже ЖКХ, поэтому всегда можно сравнить, какой текст договора. У вас, а какой, например, официальный считается? А почему на печати нету это ни ИНН, ни УГРН? Нет, у нас такая печать у договора. Отдел, который занимается у нас договорами, у них такая печать. А, кстати, представьтесь, пожалуйста. Бетбулатова Есения Мини-Валерьевна. Как? Бетбулатова Есения Мини-Валерьевна. Бетбулатова? Есения Мини-Валерьевна. Есения. Можно по имени обращаться? Да. Есения. Есения, подскажите, а вот тут это, написано директор, да, УКД СВЖР? Угу. А где его паспортные данные? Паспортные данные? Да. Ну, он же не от себя подписывает, он подписывает от имени предприятия. Совершенно верно. Нет, данные. Это договор заключается между ООО и физлицом, правильно? Да. А ООО не может подписать договор, подписывает уполномоченное лицо. То есть ООО УКД СВЖР в лице директора. Вот директор и должен предоставить свои паспортные данные. Как я могу убедиться, что это именно он? Вот тут, смотрите, вы говорите равноправие сторон. Со стороны собственника указано паспорт, дата рождения, фактическое место жительства, как на контактный телефон, все реквизиты. А со стороны ООО УК ДСЖР просто какая-то закорючка и написано должен. Все. Что печать? Печать без ННН и без УГРН. Где написано, что это ваша печать? Насколько мне известно, у нас закон вообще не устанавливает какие-то определенные требования к договору. Да? Да? Серьезно? Ну, реквизиты же предприятия полностью все прописали. Они у нас специальные, их можно сверить с тем, что есть на сайте налоговой, например, или на том же бирже ЖКХ, чтобы правомочность нашу проверить. Опять то же самое. Ни одна страница не подписана. Нету подписи. Вот эта закорючка, я не знаю, она вообще на факсимиль похожа. Да, это факсимиль. Серьезно? Да. Это не собственноручно написанная это, закорючка? Факсимиль. У нас же факсимиль тоже считается равнозначным. Да ладно? Да. То есть я тоже могу факсимиль поставить? Могу посмотреть. Ну, в принципе, если у вас оно есть... Да? То есть можно чего угодно сюда ляпнуть, почему да? Можно чего угодно. Ну, факсимиль. Ну, договор-то вы все равно будете. Ну, факсимиль закорючки. Сейчас вы закорючку какую-нибудь сделаю, из нее факсимиль вы изготовлю и сюда шлеп. Вы пробку поставите своей подписи, правильно? В скобку. Ну, могу также вот напечатать. Ну, как вы напечатали? Фамилия, да как, через принтер, подгадая. Так, приложение 1. Так, подожди. А сколько всего приложений в договоре? Посмотрим. 5, если не так, не имею. По-моему, намного больше. Просто некоторые приложения, но были там... Второе приложение очень длинное. И штук 8 или 9 даже. Это все договор. А где список приложений? В конце. Нету? Вот это? Вот 7 приложений. Ну тут непонятно, тут еще, по-моему, 8 есть. 8 приложений. Считаем. Приложение 1. Приложение 2 уже. Так а где написано? А, вот да. Приложение 2.
приложение 3. А это что такое? Это четвертое приложение. А где написано, что это приложение? А вы что, не работаете? У нас один человек. Ну, допустим. Вот это пятое. Оп! А где шестое, седьмое? У нас там внизу. Я не знаю. А, шестое и седьмое – это для нежилых помещений. Поэтому у вас жилое помещение, поэтому их нет. Для нежилых, для нежилых. А, вот, вот теперь ясно. Так, и что? Второй экземпляр идет, да? Второй, да, аналогичный. Аналогичный, так, хорошо. Кончается приложением номер 5. Замечательно. Так. Вот вы предлагаете расписаться за получение. Да? Тут вот идет копия протокола, а потом такой договор. Вот договор я якобы, какое-то подобие договора я здесь вижу. А где копия протокола вообще в собрании? Так вот же, не самое первое лежит, под сопроводительное письмо. Вот это? Да, это копия протокола 7-го года. Давайте разбираться. Вот первый даже рассматривать не буду там. Это уже видеообзор есть, можете посмотреть. Вот смотрите, тут приложение номер 2. Где оно? А значит, где-то было первое приложение. Где первое приложение? Вот он, якобы протокол. Опа, и все. И договор идет. Ну, то, что юридический отдел предоставил. А где приложение номер 2, приложение номер 1? Где ИНН, где УГРН? Тут столько недочетов. Ну, по оформлению протоколов вы же можете возражать, правильно? Я-то вам предлагаю просто это получить. Какой уж есть. Ну, какой уж есть. Я сейчас у вас это дело подали. Меня поражает принцип, Есения. Вы сначала распишитесь, а потом получите. Но мы же вам не предлагаем расписываться за правильно или неправильно. Вы просили у нас информацию, ну какая информация у нас есть, мы вам ее предоставляем. За это я вам предлагаю расписываться, а не за что-то там, что вы согласны, не согласны с оформлением, с наполнением внутри. А потом в суде, я как докажу, что я именно это получилось? Вы допишите, что к вашему мнению. Так у меня страницы не хватит. Вы, вот этот протокол только 4 часа это на видео правовед разбивает. Один протокол. А вы можете со мной пройти в этот юридический отдел? Поспрашиваем, где приложение? Так я не знаю, написано приложение номер 2. Где они все? Так, где вы говорите приложение указано? На первой странице. Только посмотрите. Внизу справа. Смотрите, утвердить проект договора управления на квартирный дом, размещенный на сайте ДСВЖ, приложение 2. То есть приложение 2 – это получается сам договор управления. Вот это. Нет, не сам договор, а проект договора. Ну, проект договора утвержденный. Откуда я знаю? А, у нас он размещен в ГИСе на сайте. Он у нас на ГИСе ЖКХ и на сайте размещен. ГИС – это ваш сайт? Чуть-чуть. Нет, это государственный. Вы говорите, у вас. И у нас еще на сайте, на нашем сайте разрешение. Количество листов не совпадает. Указано на 44 листах, а у вас там 42 вместе с приложением. Почему 42? Пересчитайте. Это у вас что за отдел? Договорной? Мы сейчас где находимся? Нет, у нас отдел группа по работе с населением. Мы принимаем заявление, решаем ответы. Ну, типа канцелярия, да? Ну, типа да. Так, раз, два, три. Три. Нет, тут указан именно договор номер 1050 на 44 листах. Сам договор вместе с приложением. Двадцать два, сорок четыре. А мне почему-то 42 получилось.
Значит, вот что-то какой-то у вас листок добавился. Так, и чего, кто на мои это, вопросы ответит? Директор уйти? Да нет, директор, ты зачем мне? Ну как зачем? Только он имеет право действовать от имени юрлица без доверенности. То есть сейчас у нас вопрос в том, что вам распечатали приложение к этому протоколу, да? У меня много вопросов. Пойдемте вместе. Кому? Я не знаю кому, директору. Он подскажет. Вопрос-то какой? А? Вопрос-то какой? Я же вам только что все эти вопросы задавал. Ну смотрите, все вопросы по протоколу. Если то, что касается вам, что вам не распечатали приложение, сейчас я вам попробую распечатать, если... Мне их не просто распечатать нужно, мне их нужно заверить надлежащим образом. Вас не устраивает то, как мы оформляем документы на выдачу? Не меня, это требование закона. Ну, у нас сейчас вопрос с вами в чем? Смотрите, мне нужно вам вручить письмо. Вы, я так понимаю, в таком виде вы его получать отказываетесь. Так что же получается? Я не знаю, может, они захотят это привести в соответствие с законом прямо сейчас. Вот если они приведут в соответствие с законом, то я прямо сейчас заберу. Не вопрос. В соответствии с законом вы имеете в виду, что в договоре распишется на каждой странице. Вместо факсимиле будет стоять оригинальная подпись руководителя. Вы это имеете в виду? Да, именно фамилия собственноручно написана. Я настоятельно требую, чтобы он расписался в моем присутствии. Поставил подпись. И заполнил паспортные данные свои. Ну, вот насчет этого я, честно говоря, крайне сомневаюсь. Потому что как бы нет у нас такого, что... Так, вот смотрите, в договоре есть пункт. Я вот смотрю. Хотела вот найти, думаю, должен быть. Есть. Что от имени управляющей организации договор подписывается ее директором. Подпись директора может быть выполнена в виде факсимильного оттиска. Оригинал подписи директора и его факсимильного оттиска имеют одинаковые юридические силы. Вы читаете условия оферты? Я читаю условия договора, которые общее собрание утвердило. До тех пор, пока это все не подписано, это является офертой. У нас эти условия же у нас собственники утвердили на общем собрании, поэтому оно и правда для всех. Правда? Утвердили? А где решение собственников? Покажите. С решениями собственников? Вы можете... Мы их же передаем. Куда? Бежи. Конечно. А мне почему не передаете? У нас нет такой обязанности собственников. Как-то нету. Я имею право... передать в ГЖИ есть. Извините меня. Деньги с меня просите, это заплати. А решение не предоставляйте. Закон, это единственное законное основание решения собственников. Так, ну, я так понимаю, что в таком виде вы получать отказываетесь. Я правильно понимаю? Не надо меня подводить под однозначный ответ. Я вам пояснил. Мне нужны разъяснения по это, заполнению документов. Если вот, вы некомпетентны... Вот я вам объясняю, почему. Если вы некомпетентны, давайте я пойду дальше. По субординации. Юридический отдел, договорной отдел. К директору. Договорный отдел не занимается такими договорами. Тогда к директору. Благодарствую. Позакрывали. Ура. Повисите на линии. Сейчас я вернусь. Здравствуйте. Вы к кому? Алексею Александровичу. Он на месте? Вопросов нет, хорошо. А? Вышел. Надолго? Сейчас подойдет, будет по организации. Опа, а где награды? Да. Что, нет, что? Награды все поубирали. Да. А, нет, три оставили. Четыре даже. Пять. Да. Да. А главный инженер на месте? Нет, он самодельный. А замдиректора есть какой-нибудь? Да, конечно. Кто? Черников Андрей Александрович. А с ним как? Можно пообщаться? Прямо по коридору, следующий кабинет. Ага. Пойдем? Вы что-то это, расслабились и присели такие. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Что вы хотите? По поводу договора. Какого? И копии протоколов решения общего собрания. Какой-то договор никому вам надо идти? Они ничего пояснить не могут. А я что вам поясню? Я даже не знаю, что вы хотите.
Ну, меня не устраивает, когда договор с это подписаны и нету приложения. Напишите заявление, вам ответят. Так я писал. Ну, ответили вам. Ну, они ответили, там написано, что все это предоставляется копия протоколов, а копии протоколов не хватает приложений. Ничего, ну, к договорникам идите в ЖБО, там идут, все. А договорной отдел какой? Вот, прямо. А какой кабинет, не помните? Второй этаж до конца и... Направо? Налево. Налево юродел последний, да. По-моему. А не там? Юродел следующий. А, благодарствую. Смотри, двери запирающие поставили с кнопочкой. Оп. Кнопочка, две. Карточка нужна. Обратите внимание, армированные стекла. Значит, уже это кто-то веселый сюда приходил. Да. Думаешь? Знаю. Да? И чё? Идите в приёмную. Подожди, я к своим коллегам. Здравствуйте. А подскажите, договорной отдел как можно пройти? Позвоните на оператор. Скажите, а какие другие? Там есть подешевле, скажем. Телефон? Для... Так, а какой номер? Замечательно. Ты здесь маску видишь? Кстати, очень интересный плакат. Ты, пожалуйста, посмотри, да и все. Это сам МЧС, да, сообщает? Да. Ну вот единственное, что я вижу, это вот здесь вот что-то подобное, похоже. Но оно совсем по-другому не так выглядит. Здравствуйте. А договорное дело не подскажете где? Здравствуйте. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, хочу забрать договор. Какой? Ну, на управление многоквартирным домом. Какой? Номер 1050. Адрес? Проспект Комсомольский, 21-16. Квартира. Это квартира? Физлицо? Физическое лицо? Что физическое лицо? Вы как физическое лицо собственник квартиры или как юридическое лицо? Там право собственности оформлено на физическое лицо. Вы оформляли на первом этаже, наверное? Ну, я пытался там получить, мне выдают, но там не хватает приложений, то есть мне нужны пояснения. Так вы были на первом этаже в отделе, а договорные-то для чего пришли? Они же заключают с вами договор, не мы. Мы заключаем договор, когда квартира принадлежит юридическому лицу или это нежилое помещение. Если квартира принадлежит физическому лицу, это вам нужно на первый этаж, там, где вы писали заявление, предоставляли документы. Но они ничего не пояснить не могут. Ну, мы два разных отдела. А, вы только с юриками работаете, они не жилые. Да, да, а, да. Все, это тогда... вам к ним. Если ничего пояснить не могут, к юристам обратитесь. Может, они вам что-то объяснят. Во, благодарствую. Здравствуйте. С вами можно пообщаться? Начальник на котик. А, Ушакова, да? Да? Так, а как имя отчество? Ага. Здравствуйте. А мне нужна Ольга Викторовна. Вы, да? Да. Я пришел получать договор управления МКД и это копии заверенные. Ну, якобы заверенные это протоколы общего собрания. А там не хватает приложений. Подпись не соответствует ГК 19. Это кому можно вопрос задать? В смысле, подпись не соответствует? Ну, в прямом. Там нету собственноручно написанной фамилии. И более того, там не рукописная живая подпись стоит, а даже не подпись, а закорючка. Она не написана ручкой, она факсимильная. На чем? На договоре? Да. Вам нужны подписанные. У нас есть право использования факсимилия, в этом договоре указано. Так он еще не подписан, не имеет юридической силы. Договор утвержден решением общего собрания на этих условиях. А покажите мне, пожалуйста, это решение общего собрания, которое мне никто не показывает и не предоставляет.
Напишите заявление, что вы хотите с ним ознакомиться. Я уже писал в течение 3 лет многократно, до сих пор ничего не предоставлено. Заявления нет о том, что вы хотите ознакомиться с конкретным протоколом. Ну, все позвоните в отдел по работе с населением, у них есть это заявление. Вы заняты? Да, я занята, конечно. А когда с вами можно пообщаться? У нас приема нет населения. У нас группа для работы с населением для этого создана. Угу. Либо прием к руководителю вы записываетесь, либо мы работаем в порядке обращения. Если вам нужно с какими-то документами ознакомить, мы с вами согласовываем дату, время, приглашаем вас и уделяем вам время. Угу. С вами можно договориться сейчас? Заявление напишите, с каким... Оно написано уже давно. Где оно? В этом, в отделе по работе с населением. У вас должен быть экземпляр. Покажите мне этот экземпляр. С каким заявлением? Я не взял с собой. Так возьмите, подойдите, чтобы посмотреть, по какому заявлению, по каким документам с вами работать. То есть вы не хотите записывать, например? Я не записываю, например. Примите устное обращение согласно закону 59 ФЗ, статья 4. Какое устное обращение? Устное обращение. Я не работаю с населением. У нас группа по работе с населением. Отказываетесь? Я не отказываюсь. У нас информация на сайте размещена, куда обращаться. Угу. У нас создана группа по работе с населением. Плюс у нас есть сайт, ВИЗ и так далее, где можно подать обращение. А обращение уже было подано, поясни. Отдел не работает с населением в порядке вопрос-ответ и в любое время, когда захотели и пришли. Поясни. Так я и говорю вам, давайте договоримся. Вы можете прийти. Когда у вас будет свободно? Я говорю, заявление мне нужно, с которым работать. Оно у вас уже есть. Я и говорю, покажите мне это заявление. У меня оно не отписано в работу, понимаете? Вы не можете прийти к любому специалисту управляющей организации, начинать чего-то с него там требовать, ссылаясь там на ФЗ. Я не требую, я вас прошу назначить встречу. Нет, вы требованы. Я вам объяснила. Мне нужно заявление, чтобы понимать, о чем вообще идет речь, с какими документами вас знакомить. Подготовить эти документы, пригласить вас. Без бумажки никак. Я не могу понять, в чем у вас обращение. Предоставить протокола общего собрания, копию общего собрания и договор. Протоколы размещаются у нас на сайте, в ГЕЗ ЖКХ. Если вам нужно ознакомиться по месту хранения, нужно написать заявление и четко указать, с каким протоколом вы хотите ознакомиться. Просто сказать, хочу со всеми документами ознакомиться, так не получится. Не получится? Ну, потому что я не могу, я должна знать конкретно, какие документы вам подготовить. Так, извините меня, там стоит ваша виза. Вы в курсе всего этого дела? У меня, знаете, сколько обращений в течение дня, недели, месяца проходит? Пришел запрос, я отработал, я не держу. То есть вы всем вот такие документы, да, предоставляете одинаково? В смысле какие? Ну, раз вы говорите, что у вас слишком много обращений, вы не помните конкретно данную ситуацию, значит, ну, я так предполагаю, что вы по стандарту вот именно так же все бумаги предоставляете всем. Какие обращения? Я вам пояснил. Копии протоколов общего собрания. Копии протоколов заверяются, да, мною. Или руководителем, без разницы. А почему? А можно вопрос? По заверению можно вопрос маленький? А почему вы, собственно, ручно свои фамилии не пишете? Потому что есть расшифровка в штампике, который представляется. Штампик не является роспись. Подпись. Вот и стоит собственноручная. Нету. Лица. Нету. Покажите мне документы, которые мной заверены, которые вас не устраивают. Там стоит закорючка, но не написано собственноручно. Документ, чтобы с ним предмет... Так я бы показал, если бы мне дали на руки, они не дают. Так вы распишитесь, что вы получили. А... Прежде чем... Я, конечно, извиняюсь. Вы заняты, да? Телефон подскажите свой, пожалуйста. Когда вам можно позвонить? Вся информация... И телефон, да, отказывайтесь сообщить? За это управляющая организация официально. Вся контактная информация, структура. Все указано в полном объеме. В электронном виде? Конечно. Ага. А вы в курсе, что сделки между юрлицами и физлицами совершаются только в письменной форме? Причем здесь сейчас сделка? Притом, любые действия между физлицами и юрлицами оформляются в письменной форме. Пожалуйста, оформляйте в письменном форме свои запросы. Так я оформил. Всего доброго. До свидания. Благодарствую. Вот этот разговор. Смотри, главное... Главное здесь это, карточка висит, а с той стороны нет. Это как так? Односторонняя связь с населением. А замдиректора маску-то надел. Че, ждем Русина? Угу. Ее образование какое? У кого? Русина.
Так, и что? Все? Не пускает больше? Ты, вот зачем им двери с кнопками. Это... О, а что, вот кнопки сломались? Ну, типа того, у нас нет личного приема пока. Ну, это понятно. У нас здравствуйте. Приема нет, господа. Здравствуйте. Поэтому здравствуйте. Принять вас не сможем. До свидания. Все, пожалуйста, объявления, заявления, все в письменном виде. Так я подал, мне что-то не устраивает. Ну, там все, ответ. До свидания, значит, если не устраивает, вас берете, контролирующий орган идете. А можно вопрос маленький? Нельзя вопрос. Нельзя? Нет. Ну, хорошо, что хоть не это, рукоприкладством не занимаетесь. Ну, я могу, если хотите. Можете? Конечно. Это угроза? Вы бы масочкой одели, господа, масочный режим никто не отменял. Ну, я рекомендую вам просто. Хорошо? Все, до свидания. Всего хорошего. Все, до свидания. Всего хорошего. А в письменном виде они ничего не направили. А, так пошли, что ты молчал-то? Ага, все. Пойдем. Что ты? Сейчас, подожди, сохраню. Одним ходом надо все делать. Что молчал? Это в приемную или куда? Где? Отдел по работе с персоналом, а туда же. Конечно. Ты что? Ты что, они сейчас все двери закроют, потом не зайдешь. Что-то у вас директор сегодня агрессивный какой-то. Угу. Да? А почему с вами нормально, а с нами нет? Так, сейчас отправились. Вы все готовы сдать? Да. Вот девушка, пожалуйста, что, девушки, я здесь положила все. Будьте добры, меня примите. Я что должна бегать? У нас так болит. Я ходить не могу. Иди, пожалуйста. Так, ну, пока... Так, первое, вот это, пожалуйста, на моем экземпляре. Будьте добры, поставьте входящий номер. Ну, давайте подобрируйте, а... Ответ на электронный адрес. Заберу лично в ЖИЛу, заберу лично в ДЭЗе. Это как? До свидания. А заказное письмо где? Без вариантов. Мне же тоже вот это все поле это... Заказное письмо. В соответствии с действующим законодательством. Нам же только что... Основание документа оборота. Подожди, Русин же только что сказал. Все в письменном виде. Только в письменном виде. А здесь где письменный вид? Должно по почте заказным письмом прийти извещение, как все органы власти представляют вот... управляющую компанию. Да, Есения, вопрос. Вот это все направляли? Это указано. По почте. Вы обязаны по почте предоставлять. По почте России? Да. Конечно. Нет. Как все государственные органы управляющие компании. Потому кроме вашей. Вы в своем обращении написали, что сами заберете. Да ладно. Ну, я... Первый раз. Такой... Поднимите, пожалуйста. Никогда такого не было в законодательстве Российской Федерации. Квартира на данный 21, возможно, выбор в качестве договора управления. А также необходимо передать ему вот эти документы. Передать? Ну, вот я поэтому мы вам и звонили, а потом писали, потому что не смогли дозвониться. Передать. Тут же написано, что через почту. Если вы хотите, отправим. Ну, проблема. Так, по законодательству вы обязаны отправлять. Ну, у нас как он узнает, что вы приготовили документы? Ну, я поэтому не смогла дозвониться, я написала на электронную. А вы на какой телефон-то звонили? +7 34 62 66 77. С городского звонили? Ну, да. А, наберите сейчас. 66 77 44. Что идет? Коробки, выпки. А с чего? А у вас мой телефон что, в черный список занесен? Да. А? Нет, конечно. Ну как нет? Вот он телефон у меня в руках. Ну, могли бы, я могу вам дать трубку, послушайте. Сами. А вы можете сотового телефона набрать? Сотового нет. У меня только такой, рабочий, у меня другого нету. Вячеслав, набери меня, пожалуйста. 07. С телефона 667744. Видите, идет гудок. Человек дозвонился.
Не знаю, что я могу сказать. У нас, видите, короткие гудки идут, как будто заняты. А это у вас кто отвечает за настройку телефонов? Отдел ОСО? У них, возможно, восьмерка включена. А при чем тут? Нет, ты что, они всем звонят? Нам даже удобнее набирать. А на городской номер набирал-то вообще? 66-77-44. Город. Все дозваниваются, а на мой номер ДСВЖР дозвониться не может. Да. Черный список. Я так предполагаю. Я ваш номер вообще никогда даже не знала. Я первый раз его увидела. Угу. Так я ж сюда не первый раз прихожу. 3 года уже хожу. Ты первый раз пришли сюда. Ну, это не знаю. Вы же по почте отправляете основные. Вынужден, потому что Русин что-то рукоприкладством занимается. Не видели видео? Смотрите. Руки я не распускал, называется. На Ютубе. Даже сегодня мне ногу прищемил двери. А что так долго-то? Проверяйте. Ну, это мое. Возьмите синий вот так. Каждую букву сверяют? Да, приходится. А зачем? Потому что мы должны убедиться, что произведение генетичное. Так вы же просто тратите наше время. Ну, поэтому мы, естественно... Ну, вы же нам тоже не доверяете, раз два экземпляра. Конечно, не доверяем. Мы вам доверяем. Я это только в одно место могу с ним сидеть. Подожди, не надо грубить и хамить. Есения, доверяю тем, кто проверен. Ну, понятно. Мы вынуждены так поступать. Обычно мы как делаем? Берем заявление, регистрируем, а гражданину даем копию. Но у вас, я так понимаю... Ты необычный клиент. Да, копию предоставлю. Наверное, поступил звонок сверху, сказали отнять копию время по максимуму. Вот. Это вот на этом вы распишитесь, и здесь вам комплекс приложений. Что вы не электричество, как малоимущий, хотите включить. С малолетним ребенком. Да, если бы у нас в судах так принимали. Ты суд скажешь, а кто эту бумажку выдал? Все бы правосудие давно бы уже встало. Я им по 40, по 50 страниц даю, они сразу, не глядя. Суд? Да. Штемпель раз и поехали дальше. Девушки, у меня к вам просьба, чисто по-человечески. Можно как-то ускориться? Небольшой взнос. Только фотография плохого качества. Ну, извините, все деньги на ЖКХ. На продукты. Извините. Не на ЖКХ, а непонятно куда. Да. На порошок 1000 рублей уже нет. Обрати внимание, УК, это вот в названии фирмы УК. Угу. Не, на первой странице вон там тебе печать желает. Угу. Написано УК, да? Угу. А, вообще это расшифровывается как это полное название. Управляющая компания дирекция единого заказчика в Восточном жилом районе. Да, да, да. Вот только обрати внимание, что управляющая компания включена в кавычки. Я знаю. То есть это управляющая компания в кавычках. А на сайте РКЦ они без кавычек. И в протоколе они без кавычек. Да. И с кавычками, и без кавычек. Два разных юрлица. Так у них нигде не указано. Ни в этом, ни в договоре, ни в протоколе общего собрания. Ни НН, ни УГРН, ничего нет. Еще такой интересный принцип. Ставить факсимильную подпись. При этом... А где, кстати, ваши подписи, что вы мне приняли? Где ее? В смысле нету? Вы мне лично приняли, поставьте. Я кому потом буду обращать внимание? Нет? По законодательству вы обязаны подпись свою поставить. И ФИО, кто у меня принял? Может, она приняла? Как это?
Первый раз такое слышу. Там видишь, там не видишь, там написано ООО приняло. Ну и что? ООО принял. Кто принял? В лице кого? Русин принял, что ли? Нет, в лице кого? Так там даже это Русина не указано. В лице кого ну, принято? Кто? Ну понятно, так все равно работник, который ответственный. Я буду звонить, скажу, у меня, допустим, Иванова Яна, я приняла. Будьте добры, скажите, какой ответ, я кому буду обращаться? Ну, что поделаешь, видишь, отказываются. Ты на словах получи просто отказ и все. Все, да? Да. Девушки, благодарствую. К вам претензий вообще никаких. Спасибо. До свидания. До свидания. Русин все-таки не удержался и дверью мне по правому мизинцу ноги, короче, пошоркнул. Больно было. А там через кроссовок ничего нету. Че, какие результаты? Ну, у меня приняли, у тебя отказали. А мне ничего не принимали? Да. Мне не выдали? Да, надлежащим не образом заверенные да, все. Да, ну и Руси я, в конце сейчас просмотрел, она что? Поставилась и рисовала подпись там. Ничего она не поставила. Ничего не поставила? Нет. Какого приняли, да? Ой, вернее, от этого. Она даже закорючку не поставила, да? Ничего она не поставила, она отказалась. Ни подпись, ни роспись, нет, ни закорючка, видео. Ни фамилии, ничего. Я все ни должности, вообще ничего. Ничего. Смотри, награды убрали. Ну, почти все. Там у них штук 40, наверное, 50 было всяких. Да даже больше, наверное, штук 60, может, я не знаю. Ну, да. Ну, на видео 3 года это видно все. То есть, они стали поскромнее, поняли, что надо вести себя поскромнее. Наверное, джипы на «Жигули» все поменяли. Наверное, я предполагаю. Ну, джипы женам отдали. А, да, точно. Женам там еще кому-то, не знаю, наверное. И это поставили решетки армированные, эти двери. Только по кнопочке. Раньше таких не было кнопочек. Всегда свободный вход был. Они боятся. А чего боятся? Ну, а с тобой. А деньги они не боятся получать? Нет. Законы, как у меня сказали юрист Югорский фонд, законный способ отъема у населения денег. Понимаешь? Кстати, Матюшенко мы не видели. Не видели, я же говорила, задай вопрос, ты забыл. Надо было задать вопросы юристке прямо. Че, где Матюшенко? А я сейчас могу позвонить, спросить. Да? Будьте добры, пригласите, пожалуйста. Видел я его, сидит. Да? Где, да? Я его заснял вроде даже. Да? Да? А там? Где? Юридически? А че он не поздоровался? Где он сидел? Не, я просто пока там стояли, короче. А, он мимо проходил. Ничего, он пойдет. Ну, я понял, что ты это, пошел что-то искать. Смотрю, вроде он сидит. У него татуировка еще же, да? Да, вот на левой руке. Да, можно же увеличить видео, там видно будет, он не он. Знаешь, на месте, да? Ну, может, другой. Ну, вот видишь, вот теперь бумаги заверяет Ушакова, а не Матюшенко. Видео и видео, но она с грубыми нарушениями это все. Конечно. Очень грубые нарушения. Она даже не знает НГК-19. Начальник юродела. Ну, ладно, не знает. Она вообще все с грубыми нарушениями. Я еще раз говорю, когда я с предыдущей управляющей компанией заключала договор, мне выдали уже прошитый, подписанный директором договор с вот этой наклейкой сзади. Понимаешь? То есть и там роспись директора, и печать. Но у меня-то он до сих пор лежит, он в соответствии, понимаешь? А этот не соответствует договору, никаким рамкам. Хотел задать вопрос. Ты же работал в договорном отделе, да? Да, я почти 2 года по Ринге работала. Вот ты мне скажи, ты бы вот приняла, вот мне предлагали получить 50 страниц, никем не заверенных. Нет. Скрепленных только скрепкой. Я приняла, но ничего я подписывать не собираюсь. У меня он где-то валяется, это договор, то, что он не действительно есть. Не оформлен должным образом. Почему я должна подписывать документ, который не соответствует требованиям законодательства РФ? Угу. Это вообще жесть. Какие-то по макулатуру сует, и я должен это все принимать. Я говорю, никто вопросов, что ли, не задавал, почему не так относится? Так задают. А я 3 года назад задал вопросы. Что со мной произошло? Меня вытолкали. Нас всех вытолкали, и в отдел нами заинтересовался, и психушку сдали. Всех троих? После этого никто не захотел вопросы задавать. Все боятся, конечно. Все боятся. Я-то в депутат. Он даже сейчас что-то пытается силовым методом решить вопрос. Да. Ну, соответственно... Он же сказал, я могу применить силу, хотите? Если он применяет силу, ты же сам понимаешь, что он хлам.
Он слаб. Он по-другому никак не может. Думаешь, это его слабость? Это слабость, он, конечно. Если... Стоял. Когда у человека нет других аргументов, он применяет силу. Смотрит на меня, я на него. Не, ну ты видел этот номер при мне набирает? Гудки, говорит, идет. Черный список внесли. Это что мне надо? Я говорю, до вас дозвониться не могу. Ну, каждый раз новый номер надо указывать мне или что? Левый. Сим-карту левую. И левый, и правый, и какой угодно. Каждый раз новый. Я стоял. Он думает, Русин же, намордники. Как он сказал? У нас масочный режим. Думаю, пойду проверю масочный режим, короче. Ни одного в маске, да? Пошел по кабинетам. Матюшенко хорошо заснял? Не знаю, я два подхода пробовал. Он там сидит криво, короче, как-то в самом дальнем углу. Задвинули его. Но она юридическую силу вообще несет? Нет, конечно. Только собственноручно написанная фамилия, а не закорючка штемпелем поставлены. То есть ты хочешь сказать, что вот это как бык пасал, у них это на печати? Да! На поток поставлено. Ты вот серьезно, вот выйдет бык пасать на луг. Ты сможешь факсимильку сделать с того, что бык пасал? Если заморочиться сильно, то да. Можно, да? Ну вот они заморочились, получается.